Последнее, что на сегодня вам покажу, это торцевая заглушка-пробка. Для чего она нужна? Как вы догадались, для теплоизоляции торцов трубопровод. То есть, где у вас трубопровод заканчивается, там обычно идет минераловатный цилиндр, есть отверстие, и вы его этой пробочкой затыкаете, теплоизолируете. Нахлёст покрытия сделан в толщину теплоизоляции. Так что вы просто вставляете пробку и проклеиваете покрытие.